Всем привет! Вы на канале Ольги Лукошкиной. И сегодня мы продолжаем с вами вязать ромашки крючком. Первый вариант ромашки вы можете посмотреть в предыдущем видео. Сегодня мы будем вязать вот такую ромашку. Для вязания нам потребуется пряжа желтого, белого и зеленого цвета. Вот такой фирмы Янар Джинс. Крючок 2 мм. И основа для броши примерно 2,5 мм. Начинаем с желтой пряжи. Делаем кольцо амигуруми и вяжем в него 6 столбиков без накида. Раз. 2, 3, 4, 5, 6 и затягиваем кольцо. Второй ряд мы вяжем 6 прибавок, прибавка в каждую петлю, и у нас получится 12 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12. Третий ряд мы вяжем снова 6 прибавок. Таким образом, прибавка, столбик без накида. 6 раз повторить. Раз, два, это прибавка. И один столбик без накида. Прибавка. Столбик без накида. Мы довязали третий ряд, и у нас получилось 18 столбиков без накида. Четвертый ряд мы вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. И у нас должно получиться 24 столбика без накида. Раз, два, прибавка. Снова раз, два. Дальше мы вяжем 5, 6, 7 ряд, то есть 3 ряда без изменений по 24 столбика без накида. Мы связали 3 ряда без изменений по 24 столбика без накида. В 7-м ряду я связала 23 столбика без накида. Последний столбик я меняю цвет на белую пряжу. То есть вяжу наполовину этот столбик и присоединяю белую нить. Следующий столбик я вяжу соединительный столбик. И набираю 10 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Делаю накид. В третью от крючка петлю я вяжу
полустолбик с накидом. И дальше еще 4 полустолбика с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. И 3 столбика без накида в оставшиеся 3 петли. Раз. Два. Три. Дальше мы будем вязать за обе стороны. То есть мы вводим крючок, следующий столбик без накида и с обратной стороны, сквозь обе стороны. Вяжем соединительный столбик, набираем 10 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Накид. 5 полустолбиков с накидом. Раз. Два. Три. 4, 5 и 3 столбика без накида. Раз, два, три. Желтую пряжу можно обрезать и кончики нити спрятать внутри, чтобы они не мешали. Снова соединительный столбик сквозь две стороны. Десять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 5 полустолбиков с накидом. Раз. Четыре, пять и 3 столбика без накида. Раз, два, три. Продолжаем так вязать сквозь две стороны до конца. Всего у нас должно получиться 11 лепестков. Я связала 10. Сейчас 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 5 полустолбиков с накидом. Четыре, пять, 3 столбика без накида. Раз, два, три. Это у нас получилось 11 лепестков. И в последний боковой столбик я вяжу соединительный столбик. Нить отрезать
немного закрепить. И спрятать внутри ромашки. Вот такая ромашка. Нам осталось связать только веточку такую. На седьмом ряду, примерно посередине, с обратной стороны ромашки, присоединяем зеленую пряжу и набираем 22 воздушные петли. Раз, 2, 3, 4, 5, 21, 22. Дальше во второй от крючка петлю мы вяжем соединительный столбик. И повторяем до конца. То есть у нас будет 21 соединительный столбик. Мы связали 21 соединительный столбик. И теперь вяжем еще один соединительный столбик вместо присоединения зеленой пряжи. Все, теперь можно отрезать нить. Закрепить ее и спрятать внутри ромашки. Нам осталось только пришить основу для броши. Пришиваем желтой пряжей. С обратной стороны выводим иглу между столбиками без накида, чтобы не делать затяжки.
Мы пришили основу для броши. И наша ромашка готова. Вот такие два варианта ромашки у нас получилось. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Всем спасибо за внимание.